тот перекресток, за который были бои. Это наши бабы? Да, да, да. Тренируются. Хотел копан. Копан. И котын. Давайте, братик, я достал вас вообще, короче. Стихотворение. А что, в него стреляли? Ну, посмотри, под глазом. Конечно. Бог, там, да. Убивают, а я боюсь, чтобы меня убили. А останусь я, короче говоря, помоги. Война не убьет. Как суждено, то убьют. Они суждено. Слава Богу, прожили, стенки пережили одной, все одной страсти. Стенки в доме нету, крыши нету. Да. Я живу. Ну, вот слушайте. Сижу в подвале. День, второй, третий. И мысли пришли, пришла такая мысль. Сделать стихотворение. Вот я и говорю. Проснувшись утром, улыбнись. Скажи себе привет, дружище. Еще на день продлилась жизнь. Какая б не была, держись. Другой такой нигде не слышишь. Что толку на судьбу роптать? Всегда чего-то не хватает. Что не успел ни наверстать, ни кем-то, а собой стать. Вот мудрость самая простая. Мечтой тянись к звездам дальним, упасть всегда успеешь вниз. Не верь врагам, врачам, пророкам грозным. Проснувшись утром, пой и веселись. Проснувшись утром, Богу помолись. Господи, хотя бы немножко чем-то силой, как вот мы старые немощные. Вижу, что сидели с маленькими детками. Целенаправленно ездили, стреляли. Я вам честное слово вот скажу. А кто стрелял? Военные украинские. Вот ездили по домам и выбирали дома, те, которые, ну, хорошо выглядят, кирпичные, кусовочные. Вот ездили и стреляли. У меня небольшой дом, это на три комнаты. Все равно но. А я говорю, назло врагам выживем, все равно выживем. На 1170 километре перегон Южно-Донбасская Еленовка. Только что был обстрелян из РПГ украинской стороной, был обстрелян наш маневровый локомотив. Повреждена тележка, поврежден бак. Бак среди сотрудников железной дороги никаких потерь мы не понесли. Это уже четвертый раз. Мы пытаемся восстановить, наладить работу по этому перегону со стороны украинских военных. Происходят террористические акты, потому что, ну, тепловозы имеют опознавательные знаки, гражданские, а железнодорожники имеются в виду, тоже имеют опознавательные знаки. И украинская сторона прекрасно знает, по кому они стреляют. Потеряли человеческое полностью. Да именно полезно. Неизлечимое. А это что, получается, нефтехранилище, да? Да, это запас топлива, который обеспечивал работу локомотивного движка. Да. Так, в ЖД вокзале стоит картина освобождения города Дебальца. Вот та вот. 63-й год, да, или какой там это самое. Ни одной царапины, ни одного осколочка. Вот она как висела на стене. Все были предупреждены. Через контактную группу по остановке огня мы извещали о том, кто будет находиться, вплоть до того, что имена, фамилии, даты, графики, все было согласовано. И со стороны батальонов, которые не подчиняются Украине, происходят такие террористические акты. И по факту Украина душит свой, пока еще украинский город Мариуполь.
блокирует, останавливает его работу. Так что, ну, где логика, где какой-то смысл? Люди, которые там находятся у власти, на данный момент не занимаются ни населением, ни экономикой. Они занимаются только, ну, выполняют определенные задачи. Задача разрушить их. Опустошить территорию, разрушить все. Это ваше первое посещение Донбасса? Ну, послевоенное первое посещение. Но вообще мы, конечно, очень много здесь гастролировали в мирное время по Украине, по Донбассу, естественно. Удалось вам увидеть ту картину, которая осталась после украинских силовиков, после этих обстрелов? Мы сегодня заезжали в Донбассу, посмотрели на Ипомилу, по-моему, дорогу тоже ехали. Конечно, впечатление очень сильное. Какие ощущения оставили? Ну, вы знаете, я не пессимист по жизни и наблюдаю очень все эти серьезнейшие разрушения, общаясь с людьми, но в любом случае у меня внутри огонь жизни горит, и я считаю, что нужно предпринимать все усилия, чтобы вот этот след войны скорее ушел. Вы сказали, удалось пообщаться с людьми. Какое ощущение общения этого? Тяжело, конечно, ощущение. Очень жалко стариков, с которыми пообщался. Одна бабушка подошла с техническим сочинением, что-то как она в подвале сидела. Она зачитала прямо на камеру. Вот. Но, тем не менее, самое главное избежать ожесточенности, не перекладывать эти тяжелейшие впечатления на весь украинский народ, на всю ту сторону. Потому что понятно, что мир наступит, и народ украинский разберется и сделает свои выводы, и власть найдет ту, чтобы мир снова перешел на рынке. Большое спасибо всем музыкантам, которые выразили желание сегодня выступить. Большое спасибо всем зрителям, которые здесь. Атмосфера сегодня в зале, которая была, я не почувствовал такой бой. Здесь я почувствовал такую энергию, как будто войны не было. И это здорово, потому что я очень хочу, чтобы здесь как можно скорее воцарился полный мир со всеми его. Что вас вообще побудило приехать сегодня сюда? Зов сердца.